Сегодня мы едем из Аурангабада в Гоа. Вот такой вот у нас слипер-бас фирмы Паоло. Здесь и сидячие, и лежачие места есть. Сейчас посмотрим, как там внутри. Наш водитель. Скауты. Внутри вот сначала здесь сидячие места внизу есть, а дальше пошли вверх и вниз лежачие. 21-22, вон наверху написано, Лена, видишь, нижнее место, последнее слева, это наше, да. Вот у нас такое диванище здесь, окошки с кондиционером, автобус, полочки с одеялами для обуви. Ты можешь верхнюю показать, все то же самое. Вот. Сверху то же самое. Вот так весь коридорчик в длину. Ну, как бы и понятно. Шторочками закрывается это все вот так. Ну, все. Подушечки. Дермантиновые или кожаные, непонятно. Что белая кожа?